Ночь, сидят два киллера в засаде, ждут клиента. Первый говорит: «Слушай, сколько уже времени?» Второй отвечает: «Да уже за полночь, а что?» Первый продолжает: «Волнуюсь я что-то, уж не случилось ли с ним чего?» Идет суд. Судья спрашивает свидетеля: «Значит, вы видели, как преступник задушил вашу тещу?» Свидетель отвечает: «Видел, господин судья». Тот продолжает: «Почему же вы не бросились на помощь?» Мужик, задумавшись: «Я хотел, но когда увидел, что он и сам справится, решил не вмешиваться». Стоит мужик в пробке. Вдруг стук в окно. Опускает стекло и спрашивает: «Что надо?» В ответ слышит: «Понимаете, террористы взяли министра финансов в заложники и требуют 10 миллионов долларов выкуп, иначе они обольют его бензином и подожгут». Мы решили пройти по машинам, кто сколько даст. Мужик подумал и отвечает: «Ну, я литров 5 могу дать». Посадили мужика в тюрьму, сокамерники его спрашивают: «За что вас посадили?» Мужик подумал и отвечает: «Представьте, однажды выяснилось, что государство выпускает точно такие же банкноты, как и я». Идет девушка по парку, тут ее догоняет молодой человек и говорит: «Девушка, отдайте свой телефончик». Девушка отвечает: «Ишь, какой прыткий, это что, любовь с первого взгляда?» Парень продолжает: «Ишь ты, какая наивная, это ограбление». Как-то раз мужик таксовал, и сели к нему в машину четверо парней, договорились, куда ехать, о цене сговорились, садятся, едут. Тут одному приспичило: «Вроде как, отлить». Шеф остановил, кадр вышел. Тут сидящий сзади и говорит: «Слышь, мужик, а ты знаешь, что такое кинуть?» Таксист отвечает: «Нет, ребята, расскажите». Парень продолжает: «Ну вот я сейчас нож достану и к горлу тебе приставлю, а после этого твою машину заберу». «Понял», таксист с грустью. «Понял». Парень продолжает: «Ну ты тогда вылази и иди себе спокойно, мы тебя не тронем». Таксист: «Хорошо, только вот мне отсюда до дома далеко, а на улице не май месяц. Можно я из багажника куртку заберу?» Парень: «Да без проблем». Мужик идет, открывает багажник, вытаскивает оттуда калашник, передергивает и говорит: «Слышь, ребята, а вы знаете, что такое облом?» Заключенный спрашивает своего сокамерника: «Слушай, а чего к тебе никто не приходит, передачек не шлют? У тебя что, родственников нет?» В ответ слышит: «Есть, но они все здесь». У кровати умирающего больного стоят его жена, дети, врач и адвокат и ждут его последнего вздоха. Вдруг больной поднимается, садится на кровать, оглядывается вокруг и произносит: «Убийцы, воры, неблагодарные, бессовестные», и ложится вновь. Врач немного смущенно говорит: «Мне кажется, он идет на поправку». Жена спрашивает: «Почему вы так думаете?» Врач продолжает: «Потому что он всех нас узнал,